Вот такая вот получилась грусть. Сломалась? Надо что-то с этим делать. Данная качель частично разборная, поэтому можно не полностью разбирать весь каркас, а только вынуть нужную часть. Делаем это. Затем подыскиваем кусок трубы нужного диаметра, нужной толщиной стенки. Чем толще, тем лучше. Можно даже вообще заполнить труб. Потом мы это дело вставляем вовнутрь. Привариваем, чтобы конструкция не разошлась, потому что вручательные саморезы не очень хорошо, об них можно потом поцарапаться или повредить ткань. Варится очень плохо, прожигается сразу мгновенно, потому что это практически фольга. А затем скручиваем конструкцию обратно и радуемся полученному результату.